Всем привет-привет. Время летит вперед. Сегодня уже какое там? 17-е? 17 декабря. Скоро-скоро Новый год. Вот, что я вам хотела сегодня показать. Я хотела показать вам немножко своих приобретений. Это живые растения. Это веточки ели. Нобелис. Вот они такие. Сейчас я покажу просто, какие композиции я сделала. На самом деле очень все просто и выглядит очень, я считаю, что красиво. Вот, что у меня здесь. В общем, ну, здесь подсвечник. Внутри стоит у меня оазис с водой. И я вот так вот ветки втыкала в этот оазис, и как бы композиция получается такая интересная. Украшений здесь совершенно немного. Я как бы везде розочки повтыкала, потому что шарики уже поднадоели. Вот так вот. И что я хочу про ветки сказать, что они стоят очень-очень долго. Буквально у меня, наверное, вот года 3 они стоят уже в сухом виде. Немножечко они такие поблекнут, эта зелень, но они не осыпаются, вообще прекрасные ветки. Ну, в общем, вот такая вот композиция из этих веточек. Купите, не пожалеете ни одного раза вот эти ветки. Вот потом вот такая вот композиция из этих веточек. И у нас на улице вечно какая-то, не знаю, постоянно сера, и света очень мало, так что извините. Вот опять же она в картине стоит, и выглядит это очень-очень здорово. Вот так вот. Это тоже стоит в оазисе. Можно раз в неделю этот оазис поливать водичкой. И я вам говорю, это обеспечено на долгое время. И запах, такой запах стоит. Это вообще не передать ни с чем. Все-таки живые какие-то растения, они имеют свою какую-то энергетику. Ну а запах это ни с чем не сравним. Так, что я еще купила? Я купила вот такую елочку конику. Она живая в горшочке тут у меня стоит. Чем она хороша? Тем, что я ее высажу в теплицу, на дачу. У меня уже растут такие елочки. Она сейчас стоит недорого, лило. Недорого. Вот сейчас. И, в общем, я купила, потом ее отвезу на дачу, прикопаю прямо с горшком, и она мне будет прекрасно расти. Ну вот так, еще одна, значит, елка у меня. Вот я такую сделала, типа елочки в горшке. Вот как показать-то. Вот, но это тоже ветки Нобелис. Здесь просто сухие розы. Я говорю, даже дотрагиваешься до нее. Запах удивительный. Так что, девчонки, покупайте. Здесь я как бы связала вот такие две верхушечки и сделала типа елочки. Как показать, я не знаю. Вот она такая. Елка-елка, дива-дива. Вот так я хотела с вами поделиться такой красотой. Потому что искусственные растения тоже очень дорогие, но они искусственные. И у нас, по-моему, стоит такая большая ветка 200 рублей. И можно сделать, ну вот пару композиций, так точно можно сделать из нее. Это будет 100 рублей, это недорого. Так что вот такие вот у меня получились композиции. Вот такая, опять же, рамки, как я вам уже показывала, можно поставить кукол, елки, какие-то композиции, свечи, вот в такие вот рамки.
И будет у нас красота. Вот еще покажу маленькую такую миниатюрку. Она стоит в такой вазе. Ну вот, все на этом. Пока-пока. Купите, не пожалеете. С вами была Надежда.